Бисмилля. Аллах Всевышний сказал, в месяц Рамадан был ниспослан Коран. Верное руководство для людей, ясные доказательства верного руководства и развлечения. Месяц Рамадан, как известно, это месяц Корана. Поставьте себе цель и уже сейчас приступайте к изучению Корана. Если вы еще не умеете читать, то самое время начать учиться этому. Если вы уже читаете, то исправляйте свой таджвид и старайтесь достичь беглости в чтении. Привыкните читать ежедневно. Начинайте с малого и постепенно-постепенно увеличивайте объем. Во время чтения вспоминайте о том, что каждый аят Корана – это послание Аллаха тебе лично, самого Аллаха, Господа миров. Старайтесь ощутить сладость общения с вашим Господом, сладость Его слов. Не стремитесь лишь только к увеличению объема прочитанного, но также не забывайте во время чтения останавливаться на аятах, размышляя, делая дуа, повторяя аяты, которые особенно близки к вам или вашей ситуации. Рамадан – это также прекрасное время для заучивания Корана. Начинайте заучивать его уже сегодня, с одного или двух аятов в день. Заучивайте аяты с пониманием смыслов. А для этого читайте перевод и короткое толкование к аяту. Ученые говорят, что аяты, которые не читаются в намазах, это прямой путь к забыванию. А поэтому читайте заученные аяты в намазах и улучшайте свое поклонение. Аллахумма джаальна мин ахлил Куран ва хассати. О Аллах, сделай нас из числа общины Корана и из числа Твоих приближенных рабов.